Ярмарка главных отечественных сельхоздостижений проводится ежегодно в Самарской области в августе-сентябре. Место проведения столь значимого мероприятия – поселок Усть-Кинельский. Еще до официального открытия сельскохозяйственного форума на главной сцене состоялась презентация Сергиевского района. Работа же экспозиции началась еще в 9 часов утра. В полдень с главной сцены с приветственным словом к участникам выставки обратился временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Деловая часть программы стартовала в час дня. В ее ходе участники форума получат исчерпывающую информацию по самым актуальным вопросам. Инвестиции в агропромышленный комплекс, развитие малого и среднего бизнеса на селе, устойчивое развитие сельских территорий и кадрового потенциала агропромышленного комплекса. Работа юбилейной 20-й выставки организована по следующим тематическим направлениям. Техника и оборудование для села, животноводство, растениеводство, садоводство, овощеводство и многие-многие другие. Муниципальные районы губернии представляют свои достижения на знаменитой сельской улице, которая из года в год вызывает особый интерес у гостей выставки. 20-я Поволжская агропромышленная выставка продлится 3 дня. Программа каждого расписана буквально по минутам. Этой демонстрации достижений, различные деловые встречи, научно-практические конференции, пленарные заседания, работа секций. На 23 августа запланирован форум сельской молодежи. Официальное закрытие выставки в эту пятницу в 14:00.